Медики говорят, что заразиться вирусом иммунодефицита человек можно не только половым путем или через иглу, но также, например, у стоматолога во время педикюра и татуажа, если были не соблюдены правила стерильности. Поэтому профилактическое обследование хотя бы раз в год нужно проходить каждому. ВИЧ-инфекция, она первое время не проявляется, ее не видно, или возможны какие-то катаральные явления, совершенно неспецифические. Поэтому знать свой статус очень важно, чтобы вовремя предотвратить возникновение СПИДа. Если раньше очень много людей умерло от этого заболевания, то теперь, принимая специальные препараты, пациенты могут дожить до старости, до глубокой старости, лишь принимая вовремя и регулярно лекарственные препараты. Поэтому таким образом мы удлиняем жизнь пациентов. Для того, чтобы узнать свой ВИЧ-статус, необходимо обратиться в городскую поликлинику, в регистратуру отделения медицинской профилактики на третий этаж. Забор крови осуществляется с 8 до 14 часов. Результат будет известен уже через 10 минут. При себе достаточно иметь только паспорт. Также обследование можно пройти и в филиале городской поликлиники в третьем микрорайоне.